Предлагаю интересный рецепт консервирования помидоров в собственном соку, но в нетоматном соке. Они получаются как свежие. Это очень просто и вкусно. Из указанного количества ингредиентов получаются 2,5-литровые банки заготовок. В прошлом году я впервые приготовила такие помидоры, и мне они очень понравились. Действительно получаются как свежие. Попробуйте и вы. Помидоры помойте. Чеснок очистите и мелко нарежьте. Соль смешайте с сахаром. Укроп мелко нарежьте. На каждом помидоре сделайте крестообразный надрез. Вскипятите в кастрюле воду и на 2-3 минуты окуните в нее помидоры. Затем обдайте холодной водой и снимите шкурку. Нарежьте мелкие помидоры на 2 части, а крупные на 4. Банки берите по 500 мл, простерилизуйте. На дно банки налейте чайную ложку уксуса. Затем выложите слой помидор. Затем добавьте чайную ложку соли с сахаром. Следующим слоем выкладываем измельченный чеснок. Затем нарезанный укроп. Таким образом, чередуя все слои, заполните банки плотно, чтобы оставалось как можно меньше воздуха. Но уксус вы наливаете только один раз на дно банки. Заполненные банки накройте стерилизованными крышками. Затем поставьте в кастрюлю, на дно которой постелите тряпичную салфетку. Налейте воду в кастрюлю, чтобы она доходила до плечиков банки. Столовые реализуйте банки с помидорами 15-20 минут с момента закипания воды в кастрюле. Затем закатайте крышками, укутайте теплым одеялом до полного остывания на сутки. Храните консервы в прохладном помещении.